Южный Кавказ в шаге от установления долгосрочного мира. По инициативе Азербайджана и Турции в регионе создаются новые платформы многостороннего сотрудничества. Перспективы этой кооперации начинают осознавать и в Армении. Результаты опросов, проведенных в Ереване, показывают, большинство респондентов выступают за нормализацию отношений в регионе. Опрошенные граждане Армении уверены, что разблокировка транспортных коммуникаций с Азербайджаном и Турцией позволит Еревану выйти из экономического кризиса. Нормализация отношений необходима, выхода нет. Почему нет? Мы же соседи. Нужно решать разногласия, мир необходим. Поддерживаю мир, это правильное решение.